Республиканский конкурс «Огляд профессийного майстерства участковых инспекторов» стартовал у Гродне. Тягом нескольких дней представники разных областей Беларуси будут поборничать у огневой, медицинской, физичной подрыхтовцы. Згодно с регламентом, переможцы конкурсу вызначатся у особистых и командных заликах. Владимир Лобан поназирал за первыми этапами споборництва. На урочистом построении инспекторы из всех регионов Украины. У складе областных команд лепшую профессии. Теперь они удельники республиканского конкурса профессийного мастерства участковых. Собирая лучших из лучших, мы, во-первых, всем остальным демонстрируем то, насколько важно стремиться к профессиональному совершенствованию, насколько важно действительно делать все для того, чтобы твои возможности, твой профессионализм оценили не только люди, с которыми работаешь, но и другие коллеги. Максимально проявлять свои здольности – медицинерам выпадає нередко. До прикладу, участковых, які обслуговують молодий район Лещанка у Гродня, можна по пальцях перелічить. А на їх допомогу, між іншим, розлічує амаль 30 тисяч місцевих жихаров. Я вважаю, що, звісно, важлива їх робота, тому що вони відповідають за порядок на районі, а також в самих домах, виїжджають на визови, які необхідні. А ви свого знаєте? Так. Да. Только фамилию не помню, к сожалению. Фотографию знаю, телефон знаю, номер. Что главное в этой работе? Спокойствие жителей района и вообще любого города. Певный недокомплект участковых признает милицейское керовництво у республики існує. Компенсировать его доводится за кошт интенсивной работы правоохоўцаў. Нагрузка на участковых действительно большая, потому что в профессиональной деятельности он выполняет функции не только по обслуживанию участка, но занимается рассмотрением заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, реализует функции по профилактике правонарушений, как уголовно-наказуемых деяний, так и административных. Работает с ранними судимыми, с теми, кто неоднократно совершает другие правонарушения, те, кто склонен к противоправному поведению. Удельники республиканского конкурса, яких этим разом примая Гродна, займают огневые позиции. Володание табельной зброи – необходимый навык для участкового. Однако у реальном жизни, означают инспекторы со стажем, до стрельбы лепш не доводить. Слово, слово, еще раз слово. Нужно быть еще физически крепким, спортивным, знать приемы борьбы, дабы задержать правонарушителя, который оказывает сопротивление без использования оружия. А кроме огневой, участковый продемонстрирует свою строевую медицинскую физическую подрыхтовку. На это ответен несколько дней республиканского споборництва. По его выниках переможцы будут вызначены в особистых и командных заликах.